Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Виктор Леонидов. Среди недорогих микроскопов компании Delta Optical есть модель, которая сочетает в себе максимальную функциональность, богатый набор поставки, простоту обращения, а главное – доступность приобретения практически для любого человека. Итак, сегодня мы представим вам обзор микроскопа фирмы Delta Optical модели BioLite 200. Сам микроскоп и комплект поставки заключены в прочную и весьма удобную транспортную упаковку из картона, которая имеет ручки для ношения. Внутри упаковочной коробки находится еще одна поменьше, с содержанием которой мы познакомимся позже. Теперь же мы здесь обнаруживаем пенопластовую упаковку, которая скрывает микроскоп, блок питания и окуляр. Микроскоп оснащен тремя хроматическими объективами кратности 4, 10 и 40. Последний из них подпружинен для защиты линз от повреждений. Все они съемные, однако производитель не предусмотрел отдельных транспортировочных контейнеров. В комплекте с микроскопом поставляется широкоугольный окуляр с кратностью 10. Его юбка выполнена из легкого алюминия, а верхняя половина из прочного пластика. Линзы абсолютно прозрачны и не имеют какой-либо окраски. При подготовке к исследованиям окуляр необходимо вставить в монокулярную насадку. Это делается одним простым движением. Микроскоп имеет минимальное увеличение в 40 крат, а максимальное – 400, и позволяет расширить верхний предел до 640 крат. Для этого его нужно докомплектовать 16-кратным окуляром. Для получения необходимого увеличения перемножьте кратность окуляра на соответствующую кратность объектива. После этого выберите объектив, поворачивая револьверную головку до щелчка и включите подсветку. Обратим внимание на подсветку. Кроме классического конденсатора, для работы в проходящем свете микроскоп также оснащен верхней светодиодной подсветкой. Это дает возможность работать с непрозрачными образцами в отраженном свете. Управление подсветкой и ее регулировка яркости осуществляются четырехпозиционным переключателем режимов и потенциометром в основании корпуса. Микроскоп позволяет выбрать отдельно верхнюю или нижнюю подсветки, а также их одновременную работу. Для питания микроскопа сзади предусмотрено гнездо подключения сетевого адаптера. Обратите внимание, что прибор, в отличие от некоторых своих собратьев, не имеет встроенных аккумуляторов для работы в полевых условиях. Данная модель имеет подвижный предметный столик, оснащенный микрометрическими винтами перемещения и координатным нониусом. Его размеры составляют 90 на 90 мм. В нижней части предметного стола находится колесо светофильтров. Они имеют, соответственно, фиолетовый, зеленый, светло-зеленый, голубой и синий цвета. Смена фильтра производится путем поворота колеса до характерного щелчка. Хотя микроскоп обладает очень небольшим собственным весом, его металлическая станина является довольно жесткой. Механические узлы микроскопа имеют тугой ход. Однако нужно заметить, что стопорный винт, ограничивающий движение предметного стола, отсутствует. Порадовало наличие в данной модели фокусировочных ручек тонкой настройки, располагающихся с обеих сторон основания микроскопа. Несмотря на бюджетное позиционирование данной модели, ее работа не вызывает нареканий и обеспечивает достаточный комфорт в исследованиях. Давайте теперь вернемся к небольшой цветной картонной коробке, которую мы отложили в начале нашего обзора. Открыв ее, мы обнаружим приятный сюрприз в виде набора из 5 готовых препаратов, средств протирки оптики в виде 50 специальных отрывных салфеток, небольшой наборчик для препарирования, а также защитный чехол. Инструменты из набора для препарирования являются желанным бонусом даже для многих серьезных и дорогих микроскопов. Однако выполнены они, к сожалению, из пластика и могут подойти лишь для обучающих задач. Но все же стоит помнить о технике безопасности, так как в комплекте содержатся острые предметы.
Для того, чтобы вы могли качественно оценить изображение, получаемое данным микроскопом, мы решили продемонстрировать вам объекты при увеличении 100 и 400 крат. В качестве тестовых препаратов предлагаем вам взглянуть на изображение в проходящем свете на образцы инфузории туфельки, дафнии, перца, пробкового дерева и шкуры жабы из готовых наборов препаратов Delta Optical 25 или Вингук номер 80. Микроскоп позволяет получить весьма резкую и качественную картинку при использовании небольших увеличений. Однако, при установке кратности 400 очень отчетливо становится заметным недостаток интенсивности подсветки. Но, несмотря на средний класс объективов, качество картинки, получаемое глазом и при помощи камеры, практически идентично. Итак, по итогам тестирования мы имеем весьма качественный и добротный микроскоп, который предназначен прежде всего для обучающих целей. Имеется возможность расширить диапазон увеличений, доукомплектовав его окуляром в 16 крат. Однако, судя по изображению, при увеличении в 400 крат целесообразность его применения будет не всегда оправдана. Также стоит отметить невозможность регулировки светового пучка и отсутствие мягкого хода микрометрических подвижек предметного стола. Немного неудачно выполнен узел верхней галогенной лампы, из-за которого световой пучок экранируется объективами и нагревает их, при этом не освещая должным образом образец. Микроскоп данной модели является полностью стационарным из-за отсутствия встроенного аккумулятора. Однако стоит отметить то, что корпус микроскопа полностью металлический и качественно собран. Богатая комплектация позволяет получить максимальную функциональность за очень небольшую цену. Данное обстоятельство позволяет микроскопу с легкостью занимать лидирующие позиции среди своих одноклассников. С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине!